Что-то здесь как-то темно. 11. Да, ты ничего не видела. Здесь пока стояли, все один год. Конечно. Я тебе об этом... Это мы сейчас в театре актёров Садовожского на Таганке. Освещение какое-то слабое. Сцена не видно. 12-й ряд, центральное место. Вот тут видно, да, что подъем такой большой. Это 13-й, значит, там в ту сторону. Вот там сцена вот. Просто здесь освещение слабое. Вот это 12-й ряд, центральное место. Ну, сейчас подойдем, посмотрим. Вот 8-й ряд. Самая середина. А с какие места? Вот 8-й ряд, самый центр мы сели. Ну, здесь. Такое расстояние. Ну, подъем вот видно, тут везде идем на ступеньки. Прям чувствуется, что подъем здесь есть. Ну, что, 7 в 5-й ряд. Ходим во 2-й ряд. Что здесь так темно-то? Вот 5-й ряд. Самый центр. И в 1-й ряд надо еще сесть, чтобы посмотреть, как тут сцена. Ну, вот 1-й ряд фактически на сцене. Вот, это 1-й ряд. Понятно, какой есть. Фактически у сцены. Вот 1-й ряд здесь вот так вот выглядит. Вот визу. Там наверху билетаж. Пойдем в портер. Боковые места в портере, как они тут выглядят. Вот 6-й ряд, например, 32-е место. То есть в полоборот надо будет сидеть точно. Вот. 6-й ряд, 32-е место. Что-то самая середина вот там находится. Вот тут зал какой-то. Тут уже такое освещение нормальное. Вот он какой формы. Там темно, там темно. Ну, получается, вот еще 12 лет, например, место 42. Да, то есть это получается... Вот, ой, да, это уже далеко, и сбоку. Вот там сцена. 12 лет, 42 место. Ну, такие неудачные места уже будут. Ряд 43 место. Ну вот это сейчас просто стойку снимаю. Вот сцена, вот там самая середина вот видела. Да? Здесь вот, очень слабое освещение вот там у сцены. Поэтому ничего не видно. Четырнадцатый ряд. 32-е место. Смотри, надо сказать.
Вот сцена там. Так вот будет видно. Здесь какой отсек. Кармой как бы. Отстойник. Вот, а здесь вот плохо видно. Издалека. Ну вот можем сейчас пройти 17 лет. 27 место. Вот 17 лет, 27 место. Так отсюда будет именно 17 ряда. Где сцена? Вот предпоследний ряд. Это 19 ряд. 20 место. Вот такой вот ряд.